Что ж, всем привет, с вами снова я, Артём. Продолжаем проходить Resident Evil, первый наш. У нас в целом все вот так вот, как видите, то есть у нас с патронами не очень, как я смотрю, есть. Сейчас мы давайте-ка пойдем. Знаете, куда мы сейчас пойдем? Мы сейчас пойдем с вами, помните, у нас была на втором этаже комната одна, где мы эти наживки смотрели. Вот, я... Похоже, понял, как там эту задачку решить. Или там какая-то там загадка, короче, там какая-то была. Сейчас мы пойдем ее решим с вами. Я думаю, мы даже сейчас перезарядимся. Комбин. Да, отлично. Вот это вот прям просто отлично. На втором этаже, да, она у нас была, по-моему. И, по-моему, это... Это то, куда я хотел пойти. Да, это то, куда я хотел пойти. Хорошо. По-моему, здесь у нас никого быть не должно. Из зомбарей. Угу. Идем сюда. Так, у нас, да, у нас, по-моему, весь особняк как бы осмотрен. Но как бы остается у нас только вот эта вот часть, которая на втором этаже. Вот эта вот в... Север, юг, запад, в восточном крыле. Так, на первом этаже у нас все вот так вот. Но здесь у нас лежит этот кинжал, который я как-то не вижу смысла вообще подбирать. И плюс... Есть, конечно, несколько комнат, которые... Ну, как бы там валяются там патроны, всякое такое. То есть это как-то не обязательно особо, как мне кажется, все забирать. Сейчас давайте посмотрим, да, сколько у нас пленки. Так, у нас пленки, по-моему, одна штука в этом, в сундуке, в нашем этом вечном. В сундуке у нас их аж три. Вообще хорошо. Угу, еще у нас, значит, 45 патронов для пистолета. Надо еще вот тебя сюда положить. Ножик. Так, а ты... А ты у нас вообще, ты у нас ключ с чем? Вот я что-то как-то это забываю постоянно, знаешь. Нам надо... Да я думаю, даже вот так вот мы тоже сюда это все положим. Ножик тоже пусть здесь будет. Этих лечилок много. Лечилок много. Это вот мне, конечно, очень нравится. То, что у нас, блин, много лечилок. Довольно. Так, нам надо вот сюда. А здесь у нас, насколько вы помните, была такая одна загадка. Одна такая загадка очень интересная. Которую мы сейчас, конечно, с вами попробуем решить. Так, вот. You'll take the debris spacement. Ага. Так, отсюда мы, значит, забираем вот себя. Эту штуку мы вешаем. Ну, ту, которую мы... Так, вот себя мы вешаем вот сюда. Да. Угу. Так, нормально. А вот эту золотую мы вешаем вот сюда. Так. Что-то я не понял. О, хорошо. Так. Нормально. Нормально так. Шандарахнули. Так, а так нам вообще, если по-серьезному... Если по-серьезному, то нам сейчас надо... так, у нас... Так, давайте мы сейчас пойдем возьмем все-таки ключ этот, который у нас один-единственный остался.
Чтобы он у нас просто был, вдруг мы там, куда я сейчас собираюсь пойти, что-нибудь такое интересное найдем, и этим ключом мы как раз это сможем что-то открыть. Поэтому давайте-ка мы сейчас вот сюда вот. Я думаю, я положу дробовик. Знаете, я возьму с собой эти патроны для... Ну и пистолет, соответственно, патроны для него. Так, тебя мы сюда кладем. Берем... Нет, не сером. Хэндган. Значит, Mansion Key. И патрончики. Вот так вот. И тебя заэквипим. Просто сейчас вот в то место, в которое я хочу направиться, там, насколько я понял, вообще лежит револьвер. И револьвер, он как, ну, как бы, по-моему, лично поубойнее будет, логично, да, чем эта наша пукалка. И поэтому это, соответственно, хорошо. Наверное, следующую, ну, как бы, в следующих частях мы все-таки будем с ним больше ходить. Хотя не знаю, конечно, для чего мы будем там больше патронов находить. И всякого такого. То есть я, естественно, смотрю прохождение по этой игре, потому что, как бы, ну, там знающие люди, как бы, уже там знают, соответственно, как проходить, все это пишут. Поэтому я не вижу смысла этим не пользоваться. Так, эта дверь у нас откроется, эта дверь у нас откроется. Это очень даже хорошо. Так, если я пробегусь, то вы как, это нормально? Да, вроде. И да, я, конечно, понимаю, что как бы... Например, если там, не знаю, с тем же самым Dark Souls сравнивать, то, конечно, Dark Souls, их надо проходить именно не, ну, как бы не по гайдам, ясен пень. Почему вообще, вот я как бы так считаю насчет Dark Souls, а насчет Resident по-другому, потому что здесь как бы другой жанр вообще абсолютно. И здесь как бы камера такая, что ты как бы не все всегда сможешь увидеть вообще в игре. Тогда отцепись ты, ё-моё. Так, у нас там со здоровьем что? У нас там со здоровьем фигово. Да? Вот, вот ты вот видишь, да? Тут сложно даже к лечилке подойти, блин, по-нормальному. Так, я думаю, мы сейчас вот это вот заюзаем. Ага. Чтобы у нас просто... Так, здесь у нас двери есть, да? Сейчас мы, значит, пойдем обратно. Там у нас этот еще для шокера, по-моему, патроны были. А правда, шокер это такая вещь, которая как-то и не нужна особо. Так, шокер. Хорошо. А тут я еще не все взял. О, смотри-ка, патроны. Для этого, для дробовика, по-моему, да? Да, для шотгана. Для шотгана патроны, это всегда хорошо. Так, теперь все. Теперь все, хорошо. Так, эта дверь... А, эта дверь еще открывается, ничего себе. Я что-то думал, что она даже не откроется сейчас. Так, сейчас я ненадолго отойду. Так, продолжаем. Я думаю, мы сейчас пока сюда не пойдем. Просто так будем держать в голове, что тут у нас еще что-то есть. Так, тут у нас еще что-то есть. Mansion 3. Что-то это я не понял, я какую сейчас карту взял. Возможно, конечно, этого третьего этажа. Знаешь, я как думаю, но что-то как-то это очень странно. То, что третий этаж, он где-то на уровне первого.
Так, петушок. Серберы. There's a switch here. Press it. Что-то я не понял. Что-то она вообще... Она что-то вообще это не... Ага, дверки открыли. Сложные загадки, а какие? Не, ну, конечно, понятно, что тут надо делать, но как-то это очень, так знаете, субъективно. Очень субъективно как-то все это понятно. Так, ворончики. И вот здесь у нас как раз-таки это место, где можно взять себе револьвер. Сейчас мы давайте-ка вот это сюда поставим. Ага. Здесь у нас три такие вот эмблемки. Их нам надо вот на другую могилку переставить, которая тут у нас рядом. Эмблема креста, эмблема солнца, да? Да. Ой-ой. Вороны еще покусали, блин. Так, нажать тут надо на кнопки. Правда, еще. А я не понимаю, это за чего они вообще кусают? То есть я понимаю, что они... Это когда ты стреляешь, ну типа они боятся, и, соответственно, да, логично, что они тебя кусать тогда будут, вороны. Но вот сейчас, например, я вообще не понял, из-за чего. Оно так все. Видите ли. Так, вот сюда их нам надо применить. Ага. И вот так вот. И, ну, как я понимаю, это револьвер именно. A gun has been placed nearly inside. Магнум, магнум даже. Магнум револьвер. Давай-ка сейчас мы его попробуем в деле. Так, вороны не кусайте. Пожалуйста. Господи, что это там? Кого там режут вообще? Кто там завывает вообще так, слышал сейчас вот, да? Как тут все плохо. И сарай нашли. Вот прям... Я не знаю, по этой игре прям, не знаю, такие клише делай хоть вот сейчас вот прям. Ну, это, конечно, для современного времени не очень большие клише. Я, конечно, это понимаю, но... Так. Так, тут у нас тайпрайтер аж. А, это хорошо. То, что у нас здесь тайпрайтер есть, это хорошо. Так, и здесь у нас еще сундук должен быть, да? Сундук у нас тут. Да. Так, погоди. Если я сюда вот пойду, то это я где буду? Угу.
хочет. Карта. Карта — это хорошо. You've got the map of the car... courtyard. Так, ну здесь у нас выход. Мы здесь что-то найти же должны, да? Как я понимаю. Просто ж так, я же сюда же не мог пойти. Так, ты вот здесь вот что-нибудь делать можешь, нет? Хижина. Так, ну и плюс смотри, она еще горит у нас красным. То есть... Это значит, что мы тут что-то... О, ничего себе, ну спрыгнул наконец-таки. Ты прикинь. Так, крэнк. Крэнк это у нас что? Это нам зачем? Это какой-то вентиль, да? Получается, что ли? Здрасте. Ты кто такой вообще? Чё-то не пойму реально, кто это такой. Но он какой-то очень страшный. Ох, ничего себе, забытая грешница. Забытая грешница прям реал серьезно. Ага, ладно. Зря я так стоял, я такой думаю, что сейчас должно быть? Зачем стоял, сам не пойму. Бежать надо вообще как по-хорошему туда. А я... Зачем? Правда? Так, туда ты бежать не хочешь, значит, да? Не, ну вот это вот реально, вот это вот расположение камеры, оно очень, скажем так, блин, не к месту. В таких вот именно играх, как Resident. Ага, я туда же верну. Вот реально, вот, ты вот видишь, да? То есть вот из-за положения камеры я просто не понимаю даже, куда я бегу. И вот очень, блин, велика вероятность, то, что я побегу туда, как раз куда мне не надо. И туда, собственно говоря, где враг стоит, и, соответственно, я там на нее нарвусь, и все, это хана. В таких-то играх, тем более, далеких, где там игры как-то особо, как бы, ошибок не прощали. И, соответственно, да, такой игрой является Resident, обратите внимание, потому что здесь боезапас, во-первых, очень ограниченный дают. Здесь дают очень ограниченное количество патронов. То есть с этим тут так все очень напряженно. И вот реально самое лучшее, что бы они могли сделать именно для ремастера, как мне кажется, это именно сделать, блин, нормальную камеру. То есть вот не такую, когда вот она вот так вот где-то там издалека типа тебя снимает, а вот как, не знаю, там как в том же самом Silent Hill первом хотя бы.
Вот это было бы реально очень классно. Это я, конечно, понимаю, что это урудование, скажем так, механики всей. И это тогда, скорее всего, ремастером полным считаться как-то не может. Но как-то так бы было лучше, реально. Поверьте мне на слово, я так думаю, реально так было бы гораздо лучше. И из-за этой камеры еще плюс врагов, то, что самое главное, не видно. То есть они где-то там, не знаю, там, короче, в той части карты, которую ты просто не видишь, они тебя бьют, и как бы ты, соответственно, да, получаешь урон. Так, собачка. Две собачки. Так, ваншоты. Так, эй! Отцепись! Ваншоты, хорошо. Так, хоть, тут хоть травка есть. Да, сейчас пожуем. Кэушен. Нормально. Так, тут что? Еще меня бесит. Это я, конечно, понимаю, что это, да, это уже мои проблемы. Блин, мне так кажется, что тут реально кто-то есть еще, кроме меня. Просто вот из-за вот этой тени, знаешь, как-то... Еще сюда можем пойти, окей. Так, давай-ка мы сейчас сменим все-таки на эту, на пистолет. Потому что для магнума у нас патронов уже нет. Ага, вот сюда надо эту, да, штуку в это всунуть. Это в смысле necessary, it's now. Во, отлично. Эге. You can hear the sound of a waterfall in the distance. Ну, типа, что, типа, вы слышите шум падающей воды где-то там. Где-то там, короче. Так. Так, ага. Сейчас мы куда-то, куда и где еще веселее поедем, по-моему, да? Так, с воронами лучше... Как я пока что, по крайней мере, понял, лучше все с ними вообще как-то идти шагом. Да вот ты... Ага, надо элеватор запустить. Вот они как-то странные. Какие-то они, блин, очень странные. Я тебе это серьезно говорю, что-то они как-то это... Бешеные, короче, вороны какие-то. Ага, тут у нас еще красная травушка. Так, а красную мы что, мы ее съесть можем? Нет. Жалко, надо сказать. Ой, змеи еще. Змеи вот это, блин, фигово. Я, конечно, не знаю, что они тут могут, что они тут не могут. Но что-то мне кажется, что змеи это фигово. Но хотя в целом их пробежать довольно просто. Синяя трава. Синяя трава, вы серьезно? А синяя трава, она что делает? А если я ее закомбайню?
Ага, ее нельзя комбайнить. Чё-то она делает. Как-то я, если честно, не понял, чё. Пока, но чё-то она делает. Так, сюда еще можем пойти. О, сейф. Сейф — это замечательно. Еще бы здесь у нас... Вообще хорошо. Смотри, здесь у нас еще... Ох ты, вообще, какие вы красавцы-то, а? Вот это вот вы прям вообще даете, могете. Я серьезно говорю, тут и сейф, тут и этот, тут и сундук. Живем, короче, пацаны. Так, давай-ка сейчас возьмем Mixed Harp наш. А тебя мы, значит, положим вот сюда. Тебя мы, значит, положим тоже вот сюда. А, тебя тоже. Вот сейчас Mixed Harp этот скушаем. Я думаю. И пойдем дальше. Так, тут у нас Typewriter. Надо вот, кстати, это запомнить. А еще, по-моему, ну, как я понимаю, знаешь, как я понимаю, то есть, вообще, вот эти вот как бы серые двери, то есть, которые вот эти вот, видишь, вот это вот серое, вот это вот серое, это те двери, в которые я сейчас пройти не могу. То есть, сейчас давай-ка эту даже теорию проверим. Могу, смотри-ка. Значит, неправильная теория. Просто я думал, что эти вот красные двери, они как раз это... Ну нафиг. Не, я в эту комнату больше не пойду, знаете. Я в эту комнату больше не пойду. Вы видели там кто вообще? Он еще, блин, собака здоровый вообще такой. Ну да, я боюсь пауков в играх, чё, нормально все. Просто понимаете, я вот в реале же пауков вообще не боюсь. Реально, мне как-то на них вообще пофигу. А здесь что-то как-то прям... На. Конечно, те пауки, которые у нас в России есть, это как-то, я думаю, что это не пауки даже. Ох, ё, нам еще тут долго. Смотри-ка, нам тут еще долго ходить. Stars. What about my family? If I play my cards right. Чё-то я понял, что я ничего не понял, знаешь? Как-то так. Так, ну чё? Пойдём мы сейчас этому пауку, что ли, дадим люлей? Я надеюсь, сейчас-то я его не буду как-то так сильно... Не, ну это была жесть, реально. Просто я не думал даже, что он такой-то громадный будет. Если честно. Да и... Так, я бы сейчас полечился, знаешь, я бы сейчас сохранился по-хорошему. Взял бы с собой дробовик, взял бы с собой РПГ, который у меня нет патронов, так что... Так... Ладно. Ребята... Так, давай-ка мы сейчас, да, сохранимся, я думаю.
Сейчас мы даже еще полечимся с вами, чтобы уж так, знаешь, так наверняка прям. Так, лечимся. Файн, файн, это хорошо. И вот сейчас пойдем. И вот сейчас пойдем. Сейчас мы этому пауку, по-моему, накостыляем по самое... Или он нам. Я его просто реально как-то испугался, знаешь, он, блин, он такой большой, он такой страшный. Такие большие пауки даже, по-моему, в Скайриме я таких не видел. Так, все, сдох. Блин, какой же это страшный, какой же это здоровый вообще собака. Он пипец, смотрю, он реально, он больше, чем человек даже, по-моему. Ну или там с одним ростом там с человека. Так, не шевелись. Я надеюсь, он не встанет больше. Просто. Я просто, знаешь, вот как-то я в игре больше пауков боюсь, чем в реале. Как-то вот тут такое вот у меня к ним отношение. Ну и естественно, как бы, когда они вот такие вот здоровые, это, блин... То есть я себя как бы, ну, прям вот чистым вот арахнофобом назвать не могу. Но, как бы, она так слегка у меня, ну, есть. Как, ну, как я считаю. Так, слегка, она, конечно, у меня проявляется все-таки. Ага. Здесь у нас... А, еще один паук. Не достал, блин. Так, ну все, да, когда они вот так... Ух, А маленькие эти, они тоже же, да? Ну, маленьких, по-моему, проще всего будет с этого, с... Что ты вообще такое? Я просто не понимаю, знаешь, как-то. То есть это паук, который в себе еще и нескольких пауков держит, нифига себе. Some billiards balls. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rest doesn't seem to be anything scientific about the order, but... 2. Но первого не хватает. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Ну да, первого. Ну, как бы, это единственное, по-моему, что я как бы умного по этой ситуации сказать могу. Так, у нас, конечно, есть еще места, куда можно сходить. Я надеюсь, правда, там пауков не будет, хотя я думаю, что... Вот эта тварь, а. Да и... Отстань от меня.
Ну, хорошо, что это хоть жизни не так много отнимает. Так. Так, у нас даже еще одна лечилка есть. Живем, ребята. It's locked. There's door play through its gallery. Но я лично, если честно, больше не вижу даже, куда можно пойти. Так-то по-хорошему. Но единственное, что только с этими вот, с бильярдными шарами там разгадывать задачки эти. Ну нафиг. Да еб... Так, там у нас комната с пчелами, да? Или кто это такие? Ну, скорее всего, да, это пчелы. Так, ладно, давай тогда попробуем погадать все-таки там с этой, с бильярдом. Вот. На, бесит это меня. Все-таки очень сильно бесит. Надо сейчас, может, конечно, почитать, что она там говорит. По этому поводу, знаешь, как-то. Да, ну да, она только про эти шары говорит. Рядом ничего не находят. Так, о, аптечка еще. Смотри, что нашел. Аптечка, это замечательно. Так, а может мне вот эти вот надо лампы как-то поджечь, а? Просто у меня же это, у меня же зажигалка есть еще. Давай сейчас пойдем посмотрим. А погоди! Погоди, есть мысля одна. А что если вот эти вот шары, которые бильярдные, они нам показывают то, в каком порядке их надо зажигать? Просто вот это вот, по-моему, ну, это, по крайней мере, это единственная мысль, которая сейчас у меня есть в голове. Вот я, конечно, не знаю, правильно ли она или нет, как всегда в целом. Но, по-моему, это такая, ну, нормальная теория-то, да? То есть сейчас нам надо посмотреть, в каком, ну, как бы, какой там из них красный, какой там из них желтый, какой там из них этот зеленый. И в таком порядке эти зажигать лампы. Просто эти лампы, понимаешь, с ними ничего, кроме как зажечь, как я понимаю, с ними ничего сделать-то и нельзя, по сути. То есть вот давай-ка мы сейчас пойдем посмотрим. Так, вторая это синяя, третий это красный, четвертый это фиолетовый. Блин, записывать надо, по-моему. Сейчас, погоди. Где тут? Эх, вот карандаша нет. Так, второй синий. Синий. Третий красный. Четвертый фиолетовый. Фиолетовый. Пятый же пусть будет. Ну, желтый пойму уже. Шестой зеленый.
Так, это у нас какая? Это у нас... А, это у нас не желтый, это у нас оранжевый. То есть пятая это у нас оранжевый. Угу. Так, сейчас давай-ка пойдем найдем синюю лампу. Посмотрим, где она тут есть. Вообще, есть ли она здесь? Так, ну... По-моему, ее все-таки здесь нет. Ну да, тут только зеленая, значит, красная и оранжевая. Так, вот здесь давай попробуем. Так, там же у нас ламп не было никаких, да, вот в этих вот комнатах, да, насколько я помню. Так, красная, дальше, значит, идет у нас желтая, ну, в смысле, это оранжевая. Зеленая. Ну, зеленая это уже шестой, он там последний. Ну, просто это вот единственное, реально, что я могу пока придумать. А, и все, то есть, да? И то есть, и все, да? Интересно, интересно. Ладно, давай-ка мы на этом с вами будем, думаю, на этом закругляться. В общем-то, я, наверное, даже не буду сейчас сохраняться, потому что в целом зачем как-то еще одну пленку тратить просто-напросто. А, посмотрю по поводу этих шаров, что там по поводу них интернет пишет. И будем, наверное, дальше следующую часть с вами проходить, соответственно. А на этом все. С вами был я, Артем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте большой палец вверх, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, добавляйте видео избранное. За все это я вам говорю большое-большое-большое спасибо. И всем на этом до свидания. Всем, ребят, пока.